бля! Сосна! Сосна! Треску! Чебушиной занимаетесь? Рапорты пишете, товарищ комендант? Я говорю, шлите не пьющих. Это, чтоб насчет женского пола ни-ни были. А? Евнухов, что ли? Ну, гляди, старшина, будут тебе не пьющие. Но если ты и с ними не справишься,
Товарищ старшина, первое и второе отделение третьего взвода 5-й роты отдельно-зенитного пулеметного батальона прибыли в ваше распоряжение для охраны объекта. Так, нашли, значит, непьющих. Приказ.
Давай стихи, а вы бросьте!
Ничего, это пройдет, ведь у меня прошло. Хотя казалось, я умру от известия, что в то черное утро в штыковой атаке на втором рассвете войны погиб мой муж, лейтенант Осянин. Зато никогда не пройдет тот школьный вечер. Просто мы случайно оказались рядом и сидели, боясь шевельнуться, глядя строго перед собой. А потом был общий фант. Станцевать вальс, и нам выпало быть вместе. А потом он шел меня провожать, и я страшно схитрила, повела его самой дальней дорогой. Он робко спрашивал разрешения курить, и от этой робости мое сердце падало прямо в колени. Через полгода мы поженились. Казалось, более счастливой девушки на свете просто не могло быть. Мамочка, а когда ты снова придешь? А в лесу ночью страшно? А бабушка уже совсем старенькая, ничего уже не видит. А ты мне принеси еще кусочек сахара, ладно, мамочка? Thank you.
нехороша. А не ладная я, а? А сыночек-то наш Игорек, может, и не от тебя вовсе, а от того лейтенантика молоденького. Как много ласковых имен, но лишь одна из них тревожит, унося покойный сон. Когда влюблен, он нечаянно наглядит. Девчонки у Полины Матифоны весели, не иначе после байки гулять. Я им загуляю. А ты не мочись. Идут Евграфыч, они тебя бронишь себя, старичком считают. Вот ты гляди на них, соответственно. Дай-ка гимнастерку парадную. Пойду погляжу, как бы и впрямь не загуляли. А может, не надо, они молодые, что им мешать? Ничего, меня на их женские прелести не возьмешь. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так Thank you.
не бойся. Дочь красного командира ничего не должна бояться. Еще чего? И не подумаю. Ведь так глупо, так несуразно, неправдоподобно умирать в 19 лет. Только ведь я теперь одна, папка. Семьи комсостава захватили и под пулемет. Маму, сестру, братишку, всех расстреляли. А как же ты уцелела, дочка? А меня Истонка спрятала в доме напротив. И я видела все. Все! Сестренка последняя упала. Специально добивали. Маму застрелили за день до поселения в гетто. Пальто и ботинки кто-то снял. Снял и золотое обручальное кольцо. Папин подарок. Когда начался обстрел, я была на улице. Налетели самолеты. На моих глазах дома и подвалы превращались в каменный песок. Каратели ловили партизан. Их ставили посреди деревни и закалывали шомполами, как свиней. Потом резали на кусочки. Я ходила на это смотреть. Вдруг кто-то из наших. Да я поле! И лес! Стремил в дрожь! Я видела сгоревших кровавших глаз. Я видела сгоревших кожей. 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 Отбой, устав.
смотри осторожно, налетишь в городе на патруль, сгоришь, как свеча. Ничего, я везучая. Смотри, не зарывайся, вон Кирьянова уже пронюхала. Кирьянова не скажет, она кожа на язык вредная, а так баба свойская все понимает. Восков бы не узнал, вот он подаст жизни. Беги, к подъему опоздаешь. Не опоздаю, не в первый раз. Погоди, погоди. Вот, отдай ребенку. Беги. Получается у меня с ними контакта. Нет, не получается. Они, не гляди, что рядовые, все небось со средним образованием. А я что? Четыре класса всего. Я не жалуюсь, жаловаться не стоит. Все-таки вот до старшинского звания дослужил. Награды имею. Муторно мне сегодня. Может, самогоночки выпьешь? Дядя! Дядя! Тут, понимаешь, история вышла. Аккурат незадолго до финской женился я. Какая живая бабенка попалась, веселая. Все ей петь да плясать, да винцо попивать. На работу не очень охочая. Однако мальчонку родила, и горьком назвали,
хороший мальчонка был Игорь Федотыч Восков. Тут война началась, финская. Ушел я на фронт, ранен был. Вернулся я с медалью с этой вот. Тут меня и шарахнуло. Пока я там в снегах загибался, жена моя с лейтенантом загуляла. Был там один чернявенький ковбой, в Крым с ним уехала. Остался я один, как перст. О, сын-то, сын-то как же? Сын, не уберегла мамаша. Я и раньше-то не шибко веселый был. Может, через то и ушла она. А уж тут и вовсе забыл, как люди-то смеются. Потому, наверное, я и старый стал. Сама говоришь, девчата меня старичком величают. Да, Господи, да для меня милее тебя на всем свете не честная, либо спят, либо опять поломка. Сосна! Сосна! Сосна слушает! 17-й говорит! Давай 3-го! Срочно давай! ЧП! Даю, не ори! ЧП у него! Тряску! Что там у вас? Немцы внизу, после расположения! Обнаружены сегодня в количестве 2! Я тревогу объявил, товарищ 3-й! Думаю, лес прочесать! А погоди чесать, Восков! Человек из команды и бой, пока след не остыл. Есть, товарищ 3-й. Ну,
товарищ сержант, назначить занятия по строевой и по уставу лично проверять буду. А теперь, Осянина, отберите троих бойцов, чтоб стрелять сумели, и чтоб ноги крепкие, нам почитай весь день, опыт придется. Действуйте! Есть! Мелькова, с удовольствием! Отставить шуточки, в строю находитесь. Ясно. Обуться как следует, оружие проверить, да все полчаса. Вопросы есть? Есть! Товарищ старшина, а возьмите меня с собой. У меня мама, между прочим, медицинский работник. Представиться надо бы. Боец четвертак. Хорошо. Но учтите, не в куклы идем играть. Разойдись! Подойди, Осянина! Завтра вернусь.
либо крайний срок в среду. Да не реви ты, сказал вернусь, значит вернусь. Ну иди, иди. Thank you.
наша основная позиция будет немцам один путь через эту гряду. Так что аккурат мимо нас должны будут пройти. Вот мы их и возьмем. В случае сопротивления одного убьем, а второго все ж таки живым возьмем. На позиции лежать как мыши, чтоб не шевелился никто. Первым я с ними говорить буду. По-немецки? По-русски. Горбич переведет, ежели не поймут. Ежели вы не в бою, так высовываться будете. Как санбота здесь нет. И мама тоже. Голос не разговаривать. Вечеру здесь воздух сырой, плотный, а зори здесь тихие, слышно аж за пять верст, такие здесь места. Пока останется. В наших краях такая была. Не
незамужняя. Одная. Не горюй, Елизавета, война кончится. Мы тебе мужа сыщем. Ой, что вы, товарищ старшина, а вы здешний? Считай, что здешний, с малолетства тут. Товарищ старшина, а в ноши меня такое приметно есть. После, после споем с тобой, Лизавета. Вот выполним боевой приказ и споем. Но глядите, товарищ старшина, обещались. Сказал ведь. Верь, дочка, счастливая жизнь, она ведь есть, существует. А это значит, что миновать ее невозможно, как невозможно не дождаться завтрашнего дня. Ты верь, дочка, верь, верь. Помрет у нас мать-то.
Лежи, лежи. Глаза портишь. Как ведь светло еще. Это я так, вообще. На фронт как попало. Добровольно. Родители имеются. Подкормлю, будет у тебя конституция, как у Бричкиной. Есть на что приятно посмотреть. Что же они едут? Вы бы поспали, пана. Я разбужу вас. Правда, поспите немного. Что ты, Гурвич? Какой там к лешему сон? Будет не вечный сон, если фрицев проворонили. Чего же они не идут, проклятые? Слушай, Гурвич, ты это самое, стихи почитай. А вы разве любите? Ну, время скорее пройдет, да ты не стесняйся. Давай, только по-тихому. Здравствуй, Соня. Пишу тебе из Брянского фронта. Как ты? Жива ли? Получил я известие из Минска. Наших замучили в гетто. Семью твоего отца, доктора медицины, Соломона Ароновича Гурвич, тоже. Сожгли всех в нашей школе, облив ее керосином. Сгорела все дотла, остались только белые косточки. А тетя Элла сошла с ума. Она ходила и собирала их в свою сумочку. Пиши мне, Соня, не забывай. Обнимаю крепко. Твой Миша. Читай, читай.
вышло. Сороки, Беловодки, Шабашка. Значит, идет кто-то, беспокоит их. Вот они. В укрытие! Thank you.
Значит так, товарищи бойцы. Объяснять ничего не буду, потому как сами все видели. Я принял решение, занимаем оборону на запасной позиции, там, где давеча показывал. Туда фрицам еще часа два пробираться. Тебе, Елизавета, задание особое. Дорогу назад хорошо помнишь? Помню, товарищ старшина. Через болото пройдешь? Дело болото, брод узкий, вправо-влево ни-ни, гибель. Пройду, товарищ старшина. Запоминай! С берега сойдешь ориентир береза. От березы вправо две сосны. От двух сотен прямо на островок. Поняла ли? Ага. На островке отдышись, сразу не лезь. Ага. С островка целься на пень обгорелый. Точно на него целься. Дальше прямо, никуда не сворачивай. Поняла? Поняла. Доберешься до наших. Доложишь Кирьяновой, пусть подмогу шлют. Мы тут, конечно, фрицев маленько покружим, но долго не продержимся. Так и скажи. Ясно? Ясно. Значит, мне сейчас идти? Сейчас, Лизавета. Оружие осяниной оставь, сапоги гимнастерку, юбчонку сними, налегке ловчей бежать будет, вещички свои на берегу положи, обратно пойдем заберем. Oh,
сосны. Все правильно. Теперь прямо. Положи, Господи, Господи, Господи,
останется. Неужто на той позиции оставил? Давайте здесь, замрите. Рита, что же это? Молчи. Прощайтесь.
детишек могла нарожать. А тех внуков и правнуков меня ворвалась бы ниточка, они по этой ниточке ножом. Вечная память тебе и поклон от нас. А теперь, товарищи бойцы, про слезы забыть, слушай приказ. И завидать по всему до наших не дошла. Значит, читайте троих. Потеряли. Заправляйтесь, укладывайтесь и шагом марш на запад через наши прежние позиции. Существенный вопрос. Тех троих, что мы потеряли, мне до конца моих дней хватит. Приказ ясен. Впереди немцы, а за спиной у нас расстояние.
в небе зори. В небе зори будут снова. В небе зори будут снова. Женя сразу умерла. Немцы ранили ее вслепую, сквозь листву. И она могла бы затаиться, переждать и, может быть, уйти. Но она стреляла, пока были патроны. Стреляла лежа. И немцы добили ее в упор. Помнишь, на немцев я у разъезда наткнулась. Я тогда к маме бегала. Сыночек у меня там 3 года. Мама больна очень, долго не проживет. Понял я все. Не тревожься, Рита. За тобой пройду. Буду искать, мне ведь немного верится, что я тебя в дальних краях найду. Буду искать, мне ведь немного верится, что я тебя в дальних краях найду.